вот она часть сырышки Галь. Отдельная. Это... Не знаю, как это долго продлится. Посмотрим сейчас вместе, что тут будет. Крути ее, скелетик. Давай посмотрим, какой у нас скелет. Ну, обычный. Да, блин. Больно. Ну, больно, да. Вот скелетик. Ну, посмотрим, кто для нас будет сложнее, она или Ягар. Вот и буря. Откуда-то. Но если весь бой, даже мелочь не полезет. А сейчас мы, наверное, третий отменим, там вдруг фаза боя сменится. Угу. Мне кажется, так будет. Потому что пока что слишком просто. Ну я ж, да, я поэтому и начал об этом говорить. Мы еще ни разу даже не легли. Я даже делал, поскольку в игре нет паузы, друзья, я заканчивал предыдущую часть, начинал новую, для этого выходил, останавливал запись, запускал, она даже не убила меня, у нее были все возможности. Просто стоял, бездействовал. Она напоминает мне Земуса, который был перед Зеромусом, такой взъерошенный в Final Fantasy 4. Ты не смотрел, кстати, Final Fantasy 4? А я смотрел. Смотрел. Ну, тогда должен помнить, он как раз перед последним боссом такой Земус как. Ну, понял. Треть мы отняли. Мелочи нет. Ну, она какие-то новые умения начала делать. Она волосы расправила. Она начала навыки блокировать наши. Распустила волосы. Головорезы он пошли. О, ну наконец-то. Без них бы совсем было бы пресно. Я смотрю, здесь в этом дополнении на головорезов отдельная ставка сделана. Уж очень их тут будут пачками большими выпускать. Я не ощущаю даже, что она урон наносит. Ну... А вот теперь ощущаю, да. Ну, да не, но все равно, если взять хотя бы какого-нибудь молоха, там где просто пищали, ну, от боли... Да. Шаман молниями сильнее нас кошмарил. Да. Вот сейчас я умру. Нет, не умер. Умер. Нет, не умер. Умер. Встаю. Ну, блин, вставай быстрее. Ай, не задержал кнопку. А, нормально. Ну тут хотя бы разбойники эти не вылетают, как с Ягаком, с этим Волки Бури. Они там прям такие дикие. Чё, она упала? Не рассчитала чуть-чуть. Вот это да. Вроде не Бейли, вроде не злоупотребляет, и все равно. Может это типа не первый бой с ней, а потом будут еще. Может быть. А, вот заблокировал навыки. Ну да. Ну мне так к лучшему даже. У меня, например, оставалось 50 патронов ядовитых. Она блокирует. И потом у меня все сначала навык. То есть. А, она мне пользу этим приносит, понял? То есть. О! Механик появился. Да, да, помоги с большим с этим. Он меня убьет быстрее, чем она. Так кричит там еще. Ой. Ну я с этого, кстати, следа большого убегаю на всякий случай. Да, я тоже добью. Не добил. А он лопнул. Он если в скелетика превращается, он уже все. Да
давай, гори быстрее, да я пойду наполнюсь. Вот так. Эта красная штука, это просто ее пролет. Ну да, да. Так я вот не знаю, урон она вносит при этом. Наверное, должна. Но он просто медленно так летит. И она, да, она носит, только что я проверил, половину жизни тело. И она при этом урон не получает, когда летит. Yeah. Ну да, я стреляю, вроде вообще не проходит, просто кричит. Да, нет, по ней даже крит какой-то сейчас прошел, пока она летела. Хочешь сказать, что ни разу по ней не попадал, да, когда она летает? Вполне возможно. Я как раз откатили тебе ядовитые патрончики, эти ее пролеты, это все только на благо. Ну что, друзья, главного босса дополнения вынесли с первого раза. Без смертей, ну я в смысле ложился, но это мелочь. На максимальном уровне мы вот как шли по максимуму, так и сделали это. Но это просто, я говорю, какой-нибудь шаман сейчас, если пойти на 18 уровне апокалипсиса, будет 100 раз сложнее на экспедиции источник, чем это Решкигаль. А без галагов-то было. Решкигаль. Настолько было. Так, ну здесь все, давай к ней. Устранить. Ну он должен так в голову и стрельнуть, как этих по охотам, помнишь, раз и уйти. Да, да, да. Потому что другой анимации не нарисовали. Взял статую, разломал. Ну вот что за человек. Стой! Ты чувствуешь эту силу внутри тебя. Силища это вся. Кем тебе суждено стать? Сидит, свербит, она на что-то намекает. Мы. Боги этой планеты! Нет! Нет! Лишня! Вы вернулись? Это не мир. Мы не способны. Надежда есть. Вы видели, каким я стал. И вижу, что это прошло. Высшее алиум, получено достижение. Все. Парадайз. Нас-то победили.
Потому что, что там, 5 лет спустя, что ли? А Бейли что, так ходить не научилась в раю? Такой полурай тогда получается. Там ребенок Алиум был. Это от нашего героя Учана? Нет. Задумался. У меня тут героини нет. Они мега-купол построили, да? Ну да, просто надо было Трикстером сразу играть. Построить еще в самом начале. Спасибо. Купол на пятерых. За все, что вы сделали, я... Они получили от меня лишь орудие. Отец. То, что он нашел под вашим городом... Не надо туда ходить. Надо, надо. Ты найдешь лишь ужас. Угроза миновала. Здесь стены. Надолго ли? Аномалия будет усиливаться. Однажды она прорвется сюда. Я не буду сидеть и ждать. Если ты уйдешь отсюда, пути назад не будет. Я знаю. Я знаю. Ну, он, наверное, нападет, умрет и сделает это... мир да благодать на всю планету. Ну, посмотрим. Иди. Последний Алиум, да? Ну, а, да. Хотя нет, там же ребенок был еще Алиум. Только что показали. Жеребенок. Лошадка Алиум. Да. Ну что, друзья. Я все-таки хочу пойти на экспедиции немножко покачаться. Дайте мне стол Захеди и грузовик Чаночки. Это пятый раз скажи. Ну вот, да, вот в этом, наверное, и пойдет. С папкой там еще посмотреть. Как обнится в это, да. Уйдешь отсюда, пути назад не будет. Там он уже столы с их стаками стояли. Угу. За этими воротами источник силы отца, его безумие. Нужно узнать, что это. Ну, наконец-то, может, мы папку хотя бы найдем, а то столько мамок было. Портал. О, есть? О, листовочка. Испытание в Тарии Гратари. Испытание в Тарии Гратари добавляет в Outriders новую активность. Продвигайтесь по районам забытого города, сражайтесь со все более мощными врагами и получайте все более ценную добычу. Ну, наконец-то, новый режим какой-то. Чем дальше вы продвигаетесь по Тарии Гратару, тем мощнее враги и тем более ценная добыча. Клады будут содержать трофеи более высокого уровня, и вероятность найти определенное снаряжение в каждом кладе будет выше. Подробности можно узнать на экране игры. У вас есть всего несколько попыток для прохождения испытания в Тарии Гратари. Если ваш отряд уничтожен, но у вас еще остались попытки, вы возвратитесь на последнем перекрестке, до которого вы добрались. Если попыток не осталось, ваше прохождение испытания в Тарии Гратари закончится. Вот поэтому надо идти. Ну это типа рог-лайка получается. Здесь одна экспедиция будет, и насколько глубоко мы в нее пройти сможем. Ну, видимо, да, такая, да, механика. Да. Вот сейчас будет постоянный эффект вместе с отравлением накладываться. Я взял на очку Пакса и очки Вознесенска. О, ты что, тут все... столько листовок, что ли? Сейчас, а сколько там по карте, если M нажать? 4. 4? 4. А там, где-то... если M нажать, там эти все перекрестки, кстати, нарисованы. Так, сейчас собираю листовки. Или это не листовки? Использовать верстак. Я вот, да, я вот тоже смотрю, вот тут подобрать. Использовать верстак. Да. А, да. А, вот подобрать, да. Можно. Это, видимо, все листовки. 4 листовки, сказать. Видимо, вот они есть. Спасибо, что ты... Сложно было найти, сложно. Сделать невозможно. Не знаю, что ты хочешь найти, но... Удачи. Прощальное письмо за... А, это все попрощальные письма пооставляли, типа. Последнее путешествие в неизвестность.
оглядывайся. Прощальное письмо Сантьяго, да. Должен быть. Ну дайте, пособираю. А очко паксов-то дали? Да, я уже взял то, что с отравлением будут накладывать еще какой-то негативный эффект. И это прям интересно. От чаночки есть последняя. Короче, надо их всех доставать из рая и идти на экспедицию обратно. Эй, засранец. Чё, от Бейли. Так, а теперь иди на смерть. Берем и предположим, друзья, в лагерь первопроходцев. А ну прими. Сейчас. Ладно. Потом почитаю. Да я потом почитаю. Там выболеть не могу. Что поставить? Ну вот сейчас как раз выберем, друзья. Ну, в общем, все, побыли они там в раю чуть-чуть и хватит. Все сюда. Обратно на экспедиции в лагерь первопроходцев. Чана с ребенком, интересно. Или там его оставила? Нет, Чана с автоматом стоит. А. Привет. Променяла все. Все, друзья, вот так вот. Эти Тария-Гратары уже в следующих частях. Приходите, посмотрите. Ну а типа самый главный босс вообще не произвел никакого. Да. И сказать нечего, то есть настолько все плохо, что просто да, прощается. Мне кажется, все боссы на фоне шамана меркнут просто. Не, ну Молох все-таки доставлял боль, ну согласись. Ну да. На экспедициях. Ну да, до встречи. Пока. We'll be right back.